Мы закончили учиться, класс учебник издавал. Мой учебник самый чистый, я его не открывал. Аноним, пускай самый опасный, один в наручниках. Эй, начальник, когда уже обед, а? Молча жди, казенные харчи. Мы уже жрать хотим, у нас глисты. Не абсолютно до пирамиды. Ой, зря ты, начальник, с нами так базаришь. А с вами только так, бандиты и преступники. Я сгною вас в тюрьме, жулье. Полнейшие баклажаны. Зря ты, зря. С нами так говоришь, разговариваешь. Ой, зря. Так, ты закрыли? Как вот тот, анонимус. Он вообще живой там, коллега. Он просто крепко спит. Или крепко сдох. Тихо, я сказал. Не горячись, начальник. Мы же клоуны и так шутим. Как вас уже отсюда переведут, разукрашенные. И всем здорово, с вами ВМО, видеоблогер. О, ты где камеру взял? Где взял, там уже нет. Меня покажи. Отвянь. Меня покажи. Да кому ты нафиг сдался? Испугался. Обосрался. Сейчас я вам покажу срущую собаку. Опа-на, Валера! Да отстаньте от меня! Блин, он опять пьяный! И опять! Основа! Пацаны, это не постанова! Да убери ты ее уже! Я снимаю блог, давай не порти мне контент! Санте, потный импотент! О, блин! Извините, пару слов для канала! Как меня сейчас за... Вы, собляки, хоть знаете, что это за инструмент? Это баян. Баян, это старая шутка. Отец твой, джамшутка. Не понял, насёниха. Это гармонь. А ну-ка, сбацай чего-нибудь. Да легко, на выпить дадите? Нету, извините. Тогда хрен вам, а не частушки. Ладно, ладно, что только не сделаешь ради контента. Другое дело. Надеюсь, оно того стоило. Я тоже надеюсь. Привет, бро, у тебя есть ровно 5 секунд. Подпишись на канал, нажми на колокольчик. Поставь лайкосик, нам будет приятно, а тебе полезно. Мой миллионок дорогой, береги морковку. Полетим мы на луну, сделаем стыковку. Ты это чё, нам предлагаешь? Ты чё, дурак что ли? Это частушка, девка поёт. Кажется, я понял, про какую стыковку. Всё, камеру вырубай, я запрещаю себя снимать. Это общественное место, тут можно. Звезда против. А может в космос махнем? Жапосмос, хватит уже с нас приключений, давайте просто спокойно поживем. Идея хорошая, только на чем? На батуте? На верблюде. Ты че, совсем охренел? Да я воздухом же, папа, ты че? Мужики, успокойтесь. За шутку и по лицу. Да, Саша, ты чего? Скажите спасибо, что не по лицу. А, да, Даня, ты чего? Спасибо. Получается, я вас помирила. А мой отец, пидр... Начальник, это уже не смешно. Где хавка? Скоро будет. Уже 4 часа, как скоро будет. Смейтесь, смейтесь. Да? О, Сарат, обеда сегодня не будет. Накорми их чем-нибудь. Ну чем я их накормлю? У меня ни хрена нет. Вот и ни хрена не накорми, блин. Придумай что-нибудь. Твою мать! Опять штаны стирать! А мы думали, ты уже того, чем откинулся. Я медитировал. Нате, жрите! Спасибо! У нас же такие длинные руки! Подойди, дай! А может вас сейчас руки выкормить, как собак, а? Было бы неплохо! Уроды! Давай, веселей! Приятно подавиться! Ты что делаешь, а? Тебе приятно! Уроды! Отпустите! Уроды! Приглашение! Я тебя приглашаю! Помогите! Охрана! Охрана! Плакать будет твоя мама! Черт, а как мы теперь ключи достанем, а? А я же их
достала, ля-ля-ля-ля. А, чувствуете? Так пахнет свобода. Внимание, внимание, срочная новость. Из тюрьмы сбежали опасные клоуны-преступники. Маша, это еще что за дерьмо? Это очень вкусный суп, Саша, я старалась. Да не это, я про новости, клоуны сбежали. Какие клоуны? Сумасшедшие, ты что забыла? Как бы у них в плену сидели. Ты че, козел? Столица Португалии. Я не знаю. Тупыми быть вредно. А все, я вспомнила. И что теперь делать? Да не ори ты! А где наши дети? Это рубрика «Эксперименты». Будем кушать экскременты. Да шучу я! Мы будем добавлять в колу газ и посмотрим, улетит ли она у нас! Ну чё, погнали нафиг! Давай я камеру подержу! Так, сначала открываем колу. Так, открываем колу. Добавляем газ. Походу мы спускаем бабки в унитаз, а рандомная бабуля словит колбу прямо в глаз. В натуре! Улетит ли она у нас? Да! Мелочь пузатая, вы где? Ау! Ау! Батёк? Что-то случилось! Клоуны сбежали! Клоуны сбежали! Я один это слышал! Клоуны сбежали! Вот вы где! Заколебали! Как им это удалось? Они же в тюрьме сидели за решеткой! И еще в наручниках! А че вы меня-то спрашиваете? И где Данон? Я не видел! И я не видел! Ты, блин, Данон, бидон! Пошутить уже дома нельзя! Сразу бьет в лицо! Как меня все достало! Да еще и в молоко стреляю, блин! А, вот ты где! Че надо? Шоколада, ты как с отцом разговариваешь, а? Извини, папа. Извини, ты вообще в курсе, что клоуны сбежали? В смысле сбежали? Коромысли, сынок, видео с камер было, и видно, как они бегут из тюряги. Ёкерный бабай. Ты еще полай. Опять тут патроны переводишь, да? Просто так. Да чё ты ко мне прицепился? Просто я так стресс снимаю, папа. Фу, стресс он снимает. Оставь боекомплект для тех разукрашенных придурков. Я чувствую, что нам полиция ничем не поможет. Хорошо. Все, хватит тут хернёй страдать. Пошли домой. План спасения обсуждать. Сейчас обоссусь. Пс-пс. Я пошел. Здесь ссать запрещено! А мне вообще все равно! Ты на меня мочишься, олень! И че дальше? Ты вообще кто? На! Ты че? Коллега, я походу в тюряге всю силу растерял! Учись! Садитесь, погнали! Погоди, коллега, ведь месть так сладка! Ну вот, теперь мы снова в опасности. Надеюсь, они про нас забыли. Ой, по привычке. Пху. Мы про нас помним. Вот черт, нафига мы им сдались? Они же на свободе. Опять будут воровать и грабить. Куда смотрит полиция? Нам срочно нужно готовиться, идем. Согласен, идем. Сначала найдем себе укрытие, а потом уже с ними поквитаемся. Уже жду, не дождусь. Да, анонимус. Слушай, ты мой совет. Лучше нам отсюда уехать, если не хотим отъехать. Слышь, Аналямбус, лучше заткнись, ведь месть сладкая штука. А клоуны очень любят сладости. А у меня прекрасные новости для тех, кто любит смотреть Майнкрафт. Мы запустили свой канал, и там уже выходят классные видосы. Скорее переходи, подписывайся и начинай смотреть.
Вот каждый раз что-то случается. На нас точно кто-то порчу навел, и я выясню, кто. Ну я не понимаю, как они могли сбежать? А что ты нас спрашиваешь? Мы откуда знаем? Да! Кажется, я придумал одну тактику галактику. Рассказывай, похумякаем. Короче, надо по периметру дома сделать укрытие, можно из мешков с песком, и занять круговую оборону. А что, план простой и понятный. Только у нас оружия вообще почти нет. Мы чем отбиваться будем? Камнями! Маша? Чего с мамкой? Кукуха, походу, не выдержала и улетела, когда узнала, что клоуны сбежали. Да! Кто горе моей семье желает, кто несчастье зазывает, его лицо мне покажи! И всю правду доложи! Ну нахер! В ту комнату не заходите! И лучше двери заварите! Фу, блин, пойду шорты стирать! А мы придумали новую тактику галактику! Да! Целых два варианта! Ладно, потом постираю, а ну-ка! Рассказывайте! Сымитируем собственную кончину! А ну, скажи другими словами, пока звездюлей нам не дали! Похороним себя понарошку в огороде! Как себя похороним? Ты чё, больной? Да мы просто сделаем деревянные кресты, напишем на них свои имена и вставим в землю. И когда клоуны придут нам мстить, увидят кресты и подумают, что мы уже это, того, и уйдут. Коллега, не шуми, они могут быть где-то рядом. Да я и так максимально тихий. Ай, а что это такое, а? Их могилы. Походу, мы опоздали. Кто-то лишил нас такого сладкого чувства. Мести! Ладно, уходим. Уходим. Браво! Браво! О, браво! 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 Вам серьезно? Понравился наш план? Конечно, конечно! Браво! 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 Ура! Ура! Мы не тупые! Скажите честно, вы дебилы? Как в это вообще можно поверить? Да даже если в это поверить, то можно легко проверить. Нужна всего одна лопата. Коллега, а вдруг они хотят нас просто обхитрить? И те кресты, это просто пустышка. Думаешь, у них хватит на это мозгов? Сейчас проверим. Ну мы старались, думали. И ничего другого не придумали. Пусто! Какие же они тупые! Так, вы же говорили про второй вариант. Давайте, рассказывайте. Не буду. Да расскажи. Не буду. Я сейчас маму выпущу. А ну, рассказывай. Ладно. Нам всем нужно спрятаться. Вот этот план мне нравится больше. И когда клоуны приедут сюда, чтобы с нами покончить, они никого не найдут. Только руками разведут. Мы же вас все равно найдем и тихонечко прибьем. Да куда же мы подевались, а? Чёрта! Коллега, как у тебя дела? Пусто! Никого нет! Какая же фигня! Вопрос только в том, куда нам спрятаться? Уедем в лес, построим шалаш! Разведем костер и будем жарить печенки! В лес? А дождь пойдет, а молния, куда деваться? И сколько мы еще эти шалаши простроим? Там уже лето кончится, зима начнется. Ну да, мы об этом не подумали. Не подумали, тьфу! Надо что-то с ней делать. Где-то же была святая вода! Здесь пока будет наш новый дом. А что, неплохо. Природа, воздух и река. Только девок не хватает. Все мы остались, а? Как же мне уже жрать хочется, а? Перекусить было бы неплохо. А, вы мне будете должны. С чего бы это, а? Я жрачку нашел. Кто-то на пикнике своем, видимо, забыл. Ай, тушенка. Ты че обзываешься, а? Свинина тушеная. Ты че совсем охренел? Ай, я...
ты больной? Аналямбус, ты на банке прочитай, что написано, а? Сви, Нина тушеная! Не Нина, а свинина! Я так и сказала! Нос мне сломал, идиот! Чтобы больше не взывался! А потом избавимся от него. Нашел! Святая вода! Наконец-то! Пойдем маму лечить. Готов? Готов! Открывай! Как-то святая вода странно пахнет! Папа, это уксус! Упс! Ты бы хоть проверил, прежде чем двери открывать. Откуда? На кухне уксус! Действительно, откуда? Откуда у нас в туалете туалетная бумага? Урыл! Вот это точно! Святая вода! Так проверь, вдруг нет. Да что тут проверять? Уксус уже был! Значит, это точно святая вода! Да. Да не ори, ты заколебала! Я сам открою, как скажешь. Акстись! Работает какой-то очень знакомый запах. Это же водка. Ёперный театр. Помогите! Помогите! Походу нашел. Да ну, лови! Акстись! Ну! Кто я? Где я? Слава богу! Мама, с возвращением! А что со мной было? Ку-ку! 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 Не поняла. Ты просто немного перенервничала. Ты с ума сошла! Ага. А галестиков мы покормили, кишочечку едой забили. И какой дальше план? Погоди, коллега, он еще нам нужен. Как скажешь. Предлагаю организовать полевой цирк для детишек, а потом их вежливо спрятать. Классная идея. И зачем нам вонючие детишки, а? Эх ты, Аналямбус, чтобы родители заплатили за них выкуп, а мы потом стали богатыми. Да. И все довольны, мы с деньгами, а детишки с родителями. Чё-то, а мне нравится план. Я займусь детьми, а вы организуете представление. А когда это у нас Аналямбус главным стал, а? Когда в тюрьме ключи урвал. Коллега, извини, но он меня уже достал. Ты очень слаб, разукрашенный. Опс, прости, Анонимус. Ладно, я согласен, ты главный. Да, Анонимус, пока ты сильнее нас, ты главный. Вот, дорогое дело, за работу клоунеры, а? Ну, что делать будем, а? Я составлю программу выступления для наших детишек. А ты развесь ее у школы, у магазинов, ага. Чтобы я увидела как можно больше маленьких зрителей. И мы заработали как можно больше денежек за них. Ты, как всегда, гениален. Да, и, конечно, билетик сделаем бесплатным, ведь за них будут платить родители. Ну что, вернемся к нашему обсуждению. Как будем спасаться? По старинке забаррикадируемся дома и будем давать отпор. Чем? Ложками и вилками? Саными ботинками. У нас же есть один пистолет. Или ты все патроны на бутылке потратил, гад? Два осталось. Вот баклан! А что? Клоунов же двое! Каждому по пуле! Я уже больше не могу слушать этот бред. Ну вы что, совсем тупые? Давайте просто куда-то возьмем и уедем, и они нас никогда не найдут. Господи! Цирк?
от клоунов. Ну как тебе, коллега? А ты, коллега, как всегда, гениален. Да, я такой. Опа, окнул. Забыл написать, что вход бесплатный. А где анонимус? Никто, кроме меня, о еде не думает. Кажется, попал. Проклятая плотва. Где же взять пожрать? Ты что тут устроил? Совсем больной? Я думал, ты кабан. Просто ты у нас Готово. Это шедевр. Как тебе, анонимус? Понятно. О, какая акула плывет. Красавец индивид, все патроны истратил. Не все. Ладно, не все, целых два оставил. Нам придется обратиться к древним методам. Камнями и палками будем от клоунов спасаться. Мы все погибнем. Отстой, страх. Чтобы мы смогли победить клоунов, нам нужно работать в команде. Один за всех и все за одного. Один за всех и все за... Одного. Один за всех и все за... Полкило. Да это... Безнадежно! Коллега, держи. Дети, развесь эти афиши в людных местах. Нам важно как можно больше детей заманить в ловушку. С большой радостью я исполню это задание. Коллега, а что будешь делать ты? Готовиться к представлению. Точно. Там кабан. Я его вижу. Помогайте. Я его держу, бегом! Да, забери-ка его с собой. Извини, но нафиг он мне такой сдался? Помогайте! Я его не удержу! Бакланы! Он мне мешает, я из-за него плохо подготовлюсь. Ладно, анонимус, поедешь со мной? Мне некогда. Я уже кабана поймал и ем. А вы так и сидите голодные. Да, видимо, ему хорошо жопу напекло. Голову! Жопу, он же ей думает. Опа-на! Еще и лось сюда идет! Я поехал! Почему они такие тупые? Я же предложил такой хороший вариант. Они и слушать не хотят. Как будто не понимают, что наши жизни под угрозой. Камень, ножницы, бумага, ЦУЕФА! У меня камень! Ой, я гад, ты сказал в полсилы, я влупинил со всей дури, блин, еще раз! Камень, ножницы, бумага, ЦУЕФА! Ха-ха, у меня бумага! Да, блин! Ты чё? Ты хитришь! Мы честно играли, а ты ведёшь себя как крыса! А ведь папа прав. Если у нас нет оружия, то его надо либо найти, либо сделать. Иначе у нас очень маленькие шансы на выживание. Только что дошло, браво! Я им говорю, а они меня не слушают. О, привет, сосед! Кто сосед? Я смотрю, кому-то хорошо! Эта стадия прошла, теперь мне уже плохо. Что опять случилось, а? Все, тазом накрылось. Разводишься, что ли? Да я бы тогда радовался, Валера! Вот, значит, как я помочь тебе иду, а тут вон что выясняется. Да погоди ты! Нашла папу? Лучше бы не находила, отойди! Что случилось-то? Кобель! Я! И ты тоже, будущий! Ловись, рыбка большая и маленькая. Что, поедем к следующей точке. Помним былую молодость. Ага. Пошло, пошло. Ну как тебе, анонимус? А лося-то поймал? Нет, он от меня убежал. С
здоровый такой, потому что ты его спугнул. А ты втихаря грибочки не ел, а? Откуда знаешь? Так и знал, что вы слезете за мной. Точно, надо еще написать, что цирк там и стрелочку. За тобой я слизывать не буду, а вот следить слежу. А говорил, что не слизишь. Вы меня еще в тюрьме достали. Как же от вас избавиться, а? Смотри, чтобы мы от тебя раньше не избавились. Я не мог спалиться. О, динозавр! Уходи! Уходи, прячься! Прячься! Э? Да. Уходи! Уходи! Детки, детки, приходите на представление. Вас будет ждать сюрприз. Нам бы оружие где-то достать, Валера. Мы бы этих клонов просто размазали. О, Санек, не знаю даже, чем тебе помочь. У меня ничего нет. Валера, а я что-то не понял. Опс, да это зажигалка. А, жаль. А ну-ка, дай прикурить. На, не жалко. Троску мне выбил, пид... Валера, я что-то не понял. Извини, Санек, походу это реально пистолет. Папа, мы тебя не слышали, ты был прав, давайте готовиться. О, Валера. Уже поздно, мы потеряли кучу времени. Еще не поздно. Клоуны! Хорошая зажигалочка, Валер. Мне тоже нравится. А может у тебя еще есть? Нету. Ай, что-то я засиделся. Пойду, полежу. Кому? Можно я ему прикурить дам? Разрешаю. Ну нафиг. Ха-ха, то-то же. Блин. Нету больше, говори. Ты о чем? Вот, о чем. Вещи с волосами, это зачем? Ты почему соседа обманываешь? Мы вообще-то жизнями рискуем, а ты пистолет зажопил. Да он не рабочий. Сейчас, проверим. Вот видишь? Тогда зачем ты с ними ходишь? Ремонт сдать собирался. Ремонт. Робот Олег, Ромчик, очко. Очки! Точно! Очки! Чё с ним? Туалет полетел, наверное. Дай! Броня из подушек, мягко, удобно и падать не больно. Проверим! Ты че, дурак? У меня на спине-то нету. Отстойная, потому что. А вот у меня броня из кашек. Из кастрюли. Крепко, мощно и надежно. В ней говно варить нам можно. Заколебал. Ха-ха-ха, не больно. Ай-я, больно. Вот видишь, не защитила. Потому что ты не по броне ударил. Лоханка синяя. Очки! Он ослеп? Он осел? Сейчас их найду. И пошло все прям в пик. Да ну он? Да. Ты что потерял? Очки, которые нам Рома оставил. Вы видели, где они? Мы. А нас точно не спалят? Да ты не очкуй. Я уже 100 раз так делал. Вон, ворона сидит. Ты дурак, там никого нет. Да пофиг, главное же шарахнуть. А, в натуре. Крутяк! Хочешь попробовать? Ты еще спрашиваешь? А давай в колодец шарахнем! Ну ты голова, а ну бежим! Офигеть, там глубоко! Погоди, не стреляй! Давай, шмаляй уже! Ни разу их не брали. И в колодец никогда не роняли. Да я же помню, ну вот сюда клал. Ха, ну у тебя и память. Дырявая. Эй, дебилы. Слышите, вас зовут. Ты куда поехал, Анонимус? Прокачусь тут, а то уже сидеть надоело. Это еще что за хрень?
Ты куда? А на лямбус, а? Прокатиться, все, отвали! Ну как успехи, коллега, а? Все, готово! У меня тоже! Теперь остается только ждать гостей! Опа! Вот бесплатный халявный цирк, такое мне надо! Опа! Цирк от клоуна! Вот бесплатный, куда? Ну нет нигде очков, их точно кто-то спер! Нам всем хана, нам всем хана! Может, в психушку позвонить? Давно пора, ведь наша мама с ума сошла! Алло, это психбольница! Да, быстрее говорите! Наша мама сошла с ума! Нам всем хана, нам всем хана! О, слышите? Слышу, она полностью здорова! Где святая вода? Да как здорово? Погодите, сами с ней поговорите. Мама, кис-кис-кис, тебя. На. Фу, мама, фу, нельзя. Фу, отдай. Я же вам говорил, вызывайте бригаду. Она полностью здорова, госпитализация не требуется. Походу ему самому госпитализация требуется. Да ему канализация требуется. Баран! Коллега, что-то до сих пор никого нет. Ты точно афиши расклеил, а? Конечно, может там анонимус всех спугивает, а? А где он? На моцике наверху гоняет. Это еще кто? Это солнце! О! Отстой, ты! Отстань от меня! Да погоди, ты в цирк! Цирк? Откуда знаешь? Я цирковое такси, садись, подвезу! Ну ладно. Ты чё за фигня? Ты в цирке? В цирк. Бесплатный. Садись, подвезем. Прыгай, место есть. Вы чё, совсем? Залазь давай, есть место, есть. Ну ладно. Прыгай. Ну не может быть так, чтобы никто не пришел. Согласен, мне ведь даже обидно. Я же так старался, рисовал. Кто же жив? Комары что ли летают, а? Или мухи? Вон гости едут прямо в руки. Ух ты, добро пожаловать в цирк. Под открытым небом! На дуре клоуны! Для детишек у нас есть грандиозное представление! Вау! А мы родителям сказали, что пошли к нам в цирк! Конечно нет! И я нет, они бы меня не отпустили! Какие молодцы! Для ваших родителей это будет сюрприз! Да, уже представление начнется. Да, мне скоро домой надо. Идите, идите, присаживайтесь. Представление начинается. Ой, а где мой нос? Вот он. А мой нос на месте, а чьи носы у вас? Я не понял. Что за она? Где нос? Он убежал, у него понос. А теперь жонглирование. Оп-оп-оп. Иди сюда, иди. Браво. Фокус.
со шляпой! Так круто, еще бесплатно! Я сам в шоке! Смотрите, там пусто! И там не выросла капуста! Там выросли конфеты! Да ладно! Да они не настоящие! А вы попробуйте! Настоящие. Запомните, детишки, нельзя конфеты у посторонних дядей брать. Ха-ха-ха. А теперь быстро спать. Половина плана выполнена. Теперь осталось позвонить их родителям и потребовать деньги. Анонимус, обыщи их! Вы чё, забыли, кто тут главный, а? Ай, точно, сам обыщу. А, кто-то же! А теперь самое главное! Созвон! Один есть! Второй тоже! Так как у нас оружия нету, придется использовать лук. Классная идея! Нужно только сделать острые стрелы. Да, понадобится ножик, ножовка и ветки. Погнали их добывать! Погнали! Слушай, это Чайкус. Нажал кого спрашивать, я откуда знаю. Я думал, это ваш. Я что, по-твоему, дурак? У нашего ветки отпилилась. А если нас спалят? Да никто нас не спалит, я вон вчера с того куста рядом вишню ел, и ничего. И чё? Ничего, да ничего, я живой. Это там кто мои кусты портит? Воно, нас спалили. Да расслабься, это не нам. Это я вам, щеглы. Воно, это он нам. Да нет, это дед пердит, он глухой и ещё слепой, точно не нам. Я сейчас за ружьём схожу. Воно, он за ружьем пошел! Да пока он ходит, уже завтра наступит. Мы успеем ветки отпилить, стрелы сделать и клоунов победить. А ну, сволочи, хулиганы, жопу кверху поднимам. Упс, бежим. Стой, стрелять буду. Будете знать, как в чужом огороде ветки воровать. Моя задница, о! Как будто 100 пчел в жопу ужалил. Не пчел, а шершней, вот таких, о! Пойдем жопу в морозилку засунем, а? Или хотя бы в тазик с холодной. О! Я буду охранять заднюю часть дома, если что, дам отпор этим проклятым клоунам. Ну да, гальки, это не пистолет. А что делать, когда другого выхода нет? Мало ли у меня галек, блин. Алло, Галя, привет, приходи ко мне, а то у меня галек мало. Да ну, отвали от меня и не пиши мне больше. Я вообще-то тебе позвонил. Все равно, ты баран. Сама баран. Так, ладно, буду сидеть в засаде тогда. Алло. Сынок, ты где? Мы тебя потеряли. Ваш сынок у нас. Если хотите увидеть его, платите. Нашего сыночка украли. Везите 10 миллионов. И получите своего малявку обратно! Да за такие деньги оставьте его себе! Ты чё, дурак? Зачем так много сказал? Ладно, тогда 1000! Хорошо! Совсем ту-ту! Это очень мало! Вообще, заткнись! Как скажешь! Алло! Да-да! Значит, везите миллион, и все довольны! Мы с деньгами, а вы с детьми. У нас нет таких денег. Да это не наши проблемы. Найдите, украдите. Я не смогу, я не могу, я как? Даем вам 24 часа. Деньги привезите к берегу реки и оставьте в пакете около 3 деревьев в высокой траве. Если денег не будет, свое чадо вы больше не увидите. Хорошо, мы все привезем. Понял, коллега, как общаться надо. Коллега, мне спокойно, в туалет сходить можно? Да конечно. Че за меткий снайпер этот дед?
Это я у тебя спросить хотел! Блин, а где наш батя? Ты чё меня-то спрашиваешь? Клоуны здесь. Не понял? Папа? Какой я тебе папа? Шучу. Смешно. Не, а ты реально кто? Да твой сын, ты что, реально забыл? Шучу, шучу. А мамка где? Я откуда знаю? Дома, наверное, я же сижу в засаде. Ну и сиди дальше, а я пошел. Ну иди. Ну и пошел. Ну иди. Ну и пошел. Где я? Пока никого нет. Валим отсюда. Не, ну ты посмотри на него. Он просто ходячая комедия. Коллега, а детишки хоть привязаны? Наверное, анонимус должен был этим заняться. А ты уверен, что он этим занимался? Черт! Ай! У меня уже на жопе сосулька выросла! Хорошо, что на, а не в! Мне кажется, уже хватит ее морозить! Согласен! Погнали лук к бою готовить! О, только вспомнил про ветки, жопа сразу же заболела! Такая же фигня! Ну и где же эти клоуны вонючие? Мне надоело тут сидеть, еще жду 10 минут и ухожу. Черт! Они сбежали! Чертов анонимус! Погоню! Шевели батонами, а не трясебидонами. Да у меня скоро дым пойдет, батоны загорятся. Надо торопиться, если не хочешь с клоунами остаться. Прете, не уйдете. Стойте, стойте. Они догоняют. А я так устал. Походу нам пришла хана. Мне нет, а вот тебе да. Ты чё, меня бросаешь? Пока-пока, неудачник. Гад! Мы вас догоним и тут же похороним. Кажется, они меня не заметили. Все, хватит жить в постоянном страхе и думать, что они придут в любой момент. Пора самим начинать действовать. Заряжай! Работает! Хана клоунам! О, он удобно устроился! Жопой прямо на муравейник! Сразу видно, кайфует! О, да ну он идет! Давай его разыграем! Давай! Тупые клоуны, зря вы с нами связались! На этот раз вы попадете не в тюрьму, а на тот свет! Ванька! Ванька зашел с ума! Кто где орет? Помогите! Андрюха! Папа! Тебе пришла хана! Данонище! Бедонище! Не надо, Ваня! Вы чё, совсем сдурели? Или просто охренели? Штанишки отдастался! Придурки, а ну дай сюда! Не дам! Это наше оружие! Да, я сказал! Отвали! Да дай сюда! Ты что творишь? Тварь! Творение человеческое, не порти об меня! Пожалуйста! Об тебя не буду! Привет, бро! У тебя есть ровно 5 секунд. Подпишись на канал, нажми на колокольчик и поставь лайкосик. Нам будет приятно, а тебе полезно. Стойте! Мы
маленькие уродцы! Блин, не догоняешь! Мама! Мама, тебя не слышит! Она деньги для нас ищет! Почему вы за мной бежите? Идите другого пацана ловите, он где-то спрятался. А, прятки, это мы любим. Но я тебя все равно поймаю. Да блин! Кажется, я убежал. Вот черт. Эй, стой! What the fuck, motherfucker? А, вот ты где, стоять! Я в ловушке! Ты орёшь, садись, подвезу. А ты дома можешь? За грибочек отвезу. Поехали, у меня дома грибочек есть. Прыгай. Врёшь, не уйдёшь. Пристегни ремень. Погнали. Это ещё что за фигня? Вонючий мотоциклист, я знаю, как тебя остановить. Ёкало-какало! Не гони! Водила, гони! Точное попадание! Что делать? От меня не уйдёшь! Еще посмотрим! Патроны кончились! Куда же ты делся, маленький мальчик, а? Тебе не скрыться от меня, я же очень люблю маленьких детишек! Привет! Здорово! Эго, ты чё орёшь? Вас спать не даёт, это тупые клоуны! Это был сон! Да что с тобой происходит? Сон! Походу он с ума сошёл! Что за хрень? Ваша мама с ума сошла! Что? Опять? Черти, идите отсюда, ша! Предлагаю отсюда уехать к речке и там переждать. Клоуны точно к воде не поедут. Ну, а что? Классная идея! Ванька, а ты что думаешь? Классно, мне нравится. Ты забыл? Ты сам его вырубил! А, точно. Короче, иди пока приводи в чувство Ваньку и батю, а я мамой займусь. Как именно? Тебе это лучше не видеть, уходи. А, ну это, конечно, дело семейное, но я вообще-то спрашивал, как мне с чувства Ваню и дядю Сани привезти? Святая вода. Где святая вода? А! Черти! Уходите! Ясно! Я пошел! Да надоело, на, пей! Я что, в раю? Ага, я Адам, а ты Ева, будешь кусать мое яблоко? Эй, вы, дураки! Глупые бурундуки! А если пухнуть вам под нос? Ой, чуть не выстрелил по нос! О, значит, можно похитрить и по яйкам как вмочить! Сработало! Аж искрыз глаз! Кто меня пнул? Какой папуас? Вот этот вот! Бедные колокольчики! Один вопрос! За что? Око за око! Яйцо за яйцо! Мы сбежали из тюрьмы! Угнали эту машину! А что было дальше? Сладкий сон! Мы вообще-то договорились поспать, чтобы восстановить силы, а ты тут орёшь! То есть,
мы даже не обсуждали план. Какой в задницу план? Закончил вот этот цирк, пора спать. Вот именно, я только так сладко уснул. Это все потому, что у тебя кончились таблетки от шизофрении! Я предлагаю прямо сейчас собрать с собой еду, взять палатку, если имеется, и отправиться на природу, и там переждать. Если что, спать можно в машине. Походу, пикничок намечается! Я за. По-моему, такой план уже предлагали. Да! Я больше не могу жить в постоянном страхе, что клоуны придут и нападут. Вот были бы у вас пушки, от клоунов бы уже одни костюмы остались. Ну все, берите с собой самое необходимое, на сборы 30 минут, буду ждать в машине. Да, я сейчас соберу все самое необходимое, потом каждый вложит то, без чего жить не может, хорошо? Так, спички, фонарик, консервы рыбные, консервы овощные, консервы мясные. Берем только самое нужное, ты помнишь? Конечно, планшет, телефон, пауэрбанк, наушники. Консервы нафиг выбрасываем, только место занимают. Теплую одежду тоже, а то наушники не входят. Спички тоже не нужны. Конечно, ведь у нас будет фонарик в телефоне! Да вообще, никакая хавка не нужна! Мы возьмем чипсы и сухарики! Да! Детки, вы собрались? Отлично, теперь моя очередь! Ху, набрали какую-то бесполезную ерунду! Вот я сейчас соберу то, что необходимо, это правда! Так, футболка для еды, футболка для туалета, футболка для гуляния, футболка для раздевания, футболка для безделья, футболка для дела. А, уже жрать охота! Никто ничего не оставил даже, проклятие! Решено, будем грабить магазин. Садитесь, поехали! Грабить? Это мы любим! Ну что, собрались? Поехали! Поехали! Я готова. И мы тоже. От души порубимся. Ну тогда грузимся и едем. Вы точно все необходимое с собой взяли? Ну конечно. Спички, консервы, фонарик. За дураков нас держишь, да? Вот-вот. Катастрофа, мы забыли самое главное. Че? Мы без этого не выживем. Зажигалка? Ножик, горелка. Точно, горелка. Гораздо важнее. Мне даже интересно стало, что же там такое. Ну договорил же. Джойстик для планшета. Фу, бляха-муха. В натуре, че опять чих? Вы че, стоять? Стою. Чтобы эту фигню с собой не брали, понятно? Эх, жаль. Все, грузимся и едем. Время идет. Вроде газ есть, проверим. Проверил, работает. Чур я спереди. Нет, я. О, ты чё, гад? Упырь. А ты чё, драчун? Ой, я. Попробуй, драчуны, успокойтесь. От драчуна, слышу, я сам видел своими глазами, как ты ночью др... Луся. Ой, я. Да, дрался. Так, я не понял, а где все нужно? Это что за шматье? Вы что, язык проглотили? Говорящие чертила! Совсем? Дебилы! Чур меня! Кто мои вещи раскидал? Покажите на него пальцем! Ёпарасоте, что с вами? Вам унитаз на голову упал? Говорящий черт! Сынок, ты тут один, походу, адекватный. А, не подходи! Сынок! Сынок, вы что цирку устраиваете, а? Чур меня! Да что же это такое? Может, со мной что не так? Ёпсель-вопсель! Кто-нибудь знает, где здесь магазин, а? Я не знаю. А я знаю. Ух ты. Да ты полезный, я на лямбус. Говори, куда ехать? До турочку. Да ладно. А доехать-то до нее как? Я не знаю. Тупой я на лямбус.
Вы что творите? У тебя маршрут перестроен! Вы об этом пожалеете! Надо было еще раньше от него избавиться. Ты прав, коллега. Я вам отомщу! Опачки, хавка! А, дорожная бабка! Огурчики! А чё овощи, бабуля? На носу висит козюля! Берём всё! Куда? Старуха, ты чё пугаешь? Положи огурец на место! Сколько они у тебя стоят? 300 кило! Сколько, сколько? 300! Привет тебе от тракториста! Ты чё, уху ели, а? Не ели, а может за бесплатно отдашь? А то мы очень голодные и злые, и лучше с нами не связываться! Ты наглая рожа, огурец откусил! Да я тебе за это свой огурец отгрызу! Да у тебя зубов-то даже нету! Все, что ты можешь, это засосать! Мясо вам и голубки! Коллега, надо бы расплатиться с бабулей! В обязательном порядке! А, да, секундочку, кошелек достану! То-то же нахалы, а то вздумали бабку оборовать, да еще и обзывать посредь бела дня! Да вообще не вопрос! О, нашел! Привет, бро, у тебя есть ровно 5 секунд, подпишись на канал, нажми на колокольчик и поставь лайкосик, нам будет приятно, а тебе полезно! Кушать подано, коллега! Забираем все! Да будет пир на весь мир! А, соли не хватает! Бабуля, у тебя нету? Кстати, надо забрать у нее пистолет! А, правильно, а то у меня его нет! Вот это аппарат! А ну-ка дай! Ух ты! А бабка-то не промах! Пушка именная! Ну все, валим! Да, все равно найду и за предательство убью! Эх, бронежилет спас мою морщинистую задницу! Ну, клоуны! Вы за это поплатитесь, Петрович. Алло, Петрович! Алло, Степановна! Тело есть! Меня убили! Погоди! Фу, блин, да ты шо? Да, грудь мне прострелили насквозь. А ты мне как звонишь, если померла? Я что, тоже помер, что ли? Да я в бронежилете была, то есть есть. Фу ты, ну ты. И еще малыну, которую ты мне подарила, не сперли. Кто они? Вот такие пироги. Я говорю, кто они? Клоуны, разукрашенные. Ой. Клоуны? Ага, клоуны, двое. Они об этом пожалеют. О, еще как. Заходи, обсудим план. Если нальешь мне 300 грамм. Ага, да пошла ты. Так это ж батя. Как батя? Как дядя Соня? Как Саша? Да вот так, у него лицо просто грязное. А мы думали, это черт. Черт! Чертовы, в зеркале увидите! Это папа, не орите, внимательно просто посмотрите. А, точно, мы забыли. А что вы хором говорите? Мы сами не знаем. Что тут нахрен вообще происходит? Папа, у тебя лицо грязное, тебе бы умыться. Ага, фу, тухлятина воняет, тебе бы подмыться.
правда. Пора нам с той семейкой разобраться. Давно пора. За тюрягу с ними поквитаться. Этот день будет их последним днем. Слышь, ёпт, пойду я убиваться. Да, походу мы так на природу и не доедем. Пойду папе помогу, быстрее отмыться. А давай в каточку, в стендоп. Давно пора. Офигели. Чё? И без меня. One shot, one kill, no luck, just kill. Да ты читераст. Во-во, давай его кикнем. Да я один тащу вам катку. Ты нуб, тебе везет. Ну что, отмылась? Только хуже стало. Да ёкало-какало! А сейчас! Твою мать! Не делайте этого! В смысле не делайте? Ну то есть не стреляйте, мы хотим жить! Мы же такие молодые, не то что Данон! Да вы офигели что ли? И еще, мы даже не успели попробовать кекс! Да! Я так-то тоже. Пощадите, пожалуйста! Но вы можете попробовать прямо сейчас! Ладно, дадим вам время на прощание друг с другом. У вас есть ровно 10 секунд. Уже 9. Пацаны, простите меня за все. И ты прости нас, Данончик. 5. Ты был нам как сестра. Чего? Ты идите на. Клоун, стреляй. Хорошо. Ну, ты чего? Да не ты клоун, а ты клоун, стреляй. Значит, мы уже попрощались. Быстро! Нет, нет, нет! Я вас сейчас сам убью! Коллега, пора! Лучше закрой глаза! Я же вам говорил, что найду вас! Я что, уже помер? Да вроде нет! Анонимус, опять ты! Предатели! А ну-ка, стреснул отсюда, пока жив-здоров! У них ссора! Надо пользоваться ментом! Моментом! Все, валим по-тихому! Ты же видишь, у нас пистолеты! И меня бросили! На улицу выбросили, как котенка! Отойди! Не отойду! Отойди! Не отойду! Лови следующие пули, тогда прямо в голову! Наконец-то! А на Лямбуса завалили! Пора с этими уродцами разобраться! Да, ведь друг с другом они уже успели попрощаться! Я не понял, куда они делись? Тихо, пацаны, тихо! Они где-то в кустах! Не могли далеко уйти, коллега? Дай огонь! Ложитесь! Осечка, черт! Патроны кончились! Они не могли уцелеть. Это точно. Теперь пора наказать их родителей.
Я с вами еще не закончу. Анонимус, ты че, бессмертный? Вы забыли, что у меня маска непробиваемая. Охрана придется на кулаках. У вас не будет шансов. Давай, коллега, размажь его. Это твои последние минуты, Аналямбус. Коллега, все в порядке. Все под контролем. Заметно. Ну что, отмылся? Ну вот, хоть на человека стал похож. Теперь твоя очередь! Понял, кто тут босс? Босс молокосос! Саша, бери семечки, бегом ко мне! Вот это махач! Ага, кстати, а где наши дети? Пацаны, вы как? Чипсов не хватает! С колой! Надо валить отсюда, валим! Разокрашенные неудачники! Давай, заканчивай уже с ним! Маша, ты же девушка, должна быть нежной! Анонимус, ножик дать! Дай мне, но не ножик! С вами я сейчас тоже разберусь! Сначала со мной разберись! Это будет легкая прогулка! Я так не думаю. Хорошая прогулка. Только короткая, и весло тебя сломал, блин. Валера его победил. Мой герой, он нас спас. Машка, выходи ко мне. Да хоть за тебя. Ты что, совсем офонарел? Я так и тут стою. Ну так иди постой в другом месте. Я твой муж. Объелся груш. Шуток не понимаешь. Валера, иди на чай. Это я мигом. Коза. Козел. Пацаны, меня в туалет прижало. Да ну, он коричневый вагон. Машина клоуна. Так интересно, что там внутри? А может залезем туда? Думаю, это очень безумная и опасная идея. Но я согласен. Здорово, сосед! Здорово, Эльдарик! Сильное приветствие! А можно узнать за что? За то, что ты к моей жене клеишься. А я думал, это такая благодарность за защиту от анонимуса. Саша, успокойся, Валера же нас спас. Тоже мне спас. Вот так значит? Ну понял совсем. За то, что ты анонимуса вырубил, я тебе должен жену уступить. Было бы неплохо. Валера, ты что такое говоришь? Да пошли вы, любовнички. Саша, мы не любовники. Это пока. Не смешно, Валера. Хватит таких шуточек. Иди к себе домой. Да ты еще мне даже чаю не налила. Обойдешься. Ага, вот так и спасай вашу шкуру. Потом даже чай не нальют в знак благодарности. Блин, что у меня с животом? Со страха, что ли? Ага, смотри, я крутой водила. Ты наглая, пи! Рила, пусти меня, я тоже хочу баранку покрутить. Ну сейчас, опа-на, я сзади еще не сидел. Я не сидел. А, моя башка. Коллега, просыпаемся, пора валить отсюда. Где я? Там, где нас хорошенько отделали. Кто? Аналямбус. Вот оно, в общем, нехороший человек. А это мы его так уработали. Конечно, мы. Кто же еще? Так ему и надо. Точно, надо же еще с теми разобраться.
Коллега, давай потом, у нас патронов нет, а на кулаках как-то не хочется. Верно говоришь. Валим. А давай посмотрим, что у них в багажнике. Хо-хо-хо, давай! Полный газ! Ведро, соляр и унитаз! Эй, пацаны, вы офигели? Пацаны? Наберем патронов и вернемся! В следующий раз им не уцелеть! Пацаны! Пацаны! Андрюха! Ванька! Вано! Андрон и коллайдер! Че ты орешь? А ты че ревешь? Ты парней видела? Каких парней? Ваню и Андрея. Никакого клея я не видела. Андрея, мама, приди в себя. Нет, не видела. Пацаны, ну вы где? Ну куда же вы делись, парни? Вышел отсюда. Папа, что случилось? Мать твоя, на чужих мужиков заглянет. Что? Во! Чего? Может, Валера их видел? Валера, ты дома? Меня нету. А, нету? Ну ладно, позже зайду. Так, стоп, блин, Валера, ты же дома. Ага. Открывай, разговор есть. Так открыто. Фу, боевой. На тебя не пахло. Ага, ты парней видел? Видел. О, а где они? Кто? Ну, парни, Ванька и Андрюха. А, этих не видел. А каких ты тогда видел? Не знаю, каких-то видел, по дороге шли. Тьфу, блин, понятно. А что они, потеряешь, что ли? Да не говори, как сквозь землю провалились, нигде не могу их найти. Они же не могли к клоунам в машину залезть. Конечно, не могли. Они же не настолько тупые. А я тебе говорил, что это плохая идея. Вообще-то это я тебе говорил. Угу. Ты во всем виноват. Да пошел ты. Такое чувство, что сзади кто-то бубнит. Да это после драки с Аналямбусом. У меня такое же. А где мы можем взять патроны, коллега? В этой дыре должен же быть где-то оружейный магазин. Думаешь, а я вот что-то не уверен. Да даже если он есть, у нас лицензии на оружие нет. А ты собирался патроны за деньги покупать? А как по-другому-то? А как всегда, прийти и забрать. У нас нет пуль, а у продавца есть заряженный боевой пистолет. Как бы заберем? Продавец с удовольствием высадит в нас целую обойму. Верно говоришь. А делать-то что? Какие у нас варианты? Возможно, в лагере анонимусов есть какой-то боекомплект. Но это не точно. Но там уже все разворовано. Но у них должны же быть тайники. Они же не глупые ребята. Ребята, у меня появился отдельный канал по Майнкрафту. Кому нравится смотреть Майнкрафт, переходите и подписывайтесь. Канал называется Данон Бидон. Ссылка будет в описании к ролику. Были не глупые. Коллега, остановись. Надо проверить багажник. Голову нам надо проверить. Это все из-за сотрясения. Проклятый анонимус. Да я четко слышал. Там кто-то чихнул. Я слышал. Ты не обращай внимания. Их вообще нигде нет. А ты не пробовал им позвонить? Да! Точно, позвонить. Как же я сам не догадался? Вот и приехали. Осталось найти патроны. А может и оружие посерьезней найдем. Смотри, Боба, тайники могут быть везде. Разумеется, коллега. Кажись, пронесло. Да вроде да. Ты че? Сбросил, черт! Там беда! Нас, наверное, спалили, ставь на беззвучку, дурак! Коллега, ты слышал? Че слышал? Телефон звенел! Да показалось тебе, успокойся, идем! Ты не можешь мне столько раз казаться! Вот и хана пришла! Да успокойся, это обычное сотрясение! Я все равно проверю! Ну че там? Вот дерьмо! Пусто! Ха,
Я же тебе говорил, это просто сотрясение мозга. У меня раньше такого не было. Когда-нибудь все случается впервые. Фух. Ну возьми ты трубку, алло. Опять звонит. А ты че отключился? Скажи ему, где мы? Давай сначала свалим отсюда. Давай. Ни хрена нет. Парочку обоим с пулями найти. Ай, вот проклятье. Ать ебатье. Наделал. Сейчас мне точно не показалось. Ну точно, пора пить таблетосы. А ключи я на всякий случай заберу нахрен. Вот теперь можно позвонить Данону. Давай. Ванька звонит! Алло! Алло, Данон, мы тут. С нами все ок. Где тут? Ну где раньше была база у анонимусов? И что вы нафиг там делаете? В траве сидим. Не понял! Да, короче, мы случайно залезли к клоунам в машину. Случайно? Угу, а клоуны вернулись, а мы сбежать не смогли. Вы совсем? Ума нет! Вас же могли... Чего с ними? Блин! Даня! Ты сюда! Алло, Данон! Да! Приготовьтесь, клоуны приехали с боеприпасами. Если они их найдут, нам всем хана. Ну и дела. Ну и дела. Задержите их как-нибудь, пацаны. Я попытаюсь подготовиться. Все, конец связи. Конец связи. Ну что он сказал? Надо выиграть время. Задержим их тут, пока Данон готовится. Кстати, есть идея. Ха-ха-ха, кажется, нашел. Ну что там, коллега? Тебе понравится. Вот это я понимаю. Мама, слушай меня внимательно. Да, слушаю. Приводи этого овоща в чувство. Ландрай, муха доновозная. Потому что надо защищаться. Клоуны готовят на нас нападение. Чёртовы клоуны, а почему мы не можем просто уехать? Потому что так проблему не решить. Если мы будем прятаться, они нападут на нас неожиданно. Верно говорит. Сейчас у нас есть шанс подготовиться и разобраться с ними раз и навсегда. Я пошел просить помощи у Валеры. Поднимай его. Хорошо, сказано, поднимай. А как я эту тушу подниму? Тушу ты в зеркале увидишь, гулящая женщина. Да пошел ты, пу! А че я? Докажу, что не терпила. Ну вот, и сразу же протрезвел. Валера, открывай. Чего тебе? Так, я не понял. Анонимус! Ты что тут делаешь? Сиди, не говори! По душам общаешься, за жизнь трём. Ты что опять припёрся? Помощи просить, клоуны ищут патроны. Когда найдут, вернутся и нам всем... 100% они вернутся! И что ты от меня хочешь? Ну помоги с ними разобраться, нам одним не справиться. Да я лучше с хорошим человеком посижу, пообщаюсь, чем вашу задницу спасать буду. Понятно с тобой. Всё! Похлопай меня еще тут! Мамка твоя, пусть гостеприимство получится! Да пошел ты! Ё-моё! Вот это попадос! Осталось проверить одну историю. Ха, какую историю? В катакомбах анонимусы держат страшное существо. Да ладно! У него нет головы, но он держит ее в руках. Он сидит на цепи в полной-полной темноте. Коллега, ты хочешь меня напугать? Я просто хочу проверить, правда это или нет. Как мы это проверим, а? Мы найдем его. А может, ну нафиг, а? А потом мы натравим его на людишек, которые отправили нас прямо в тюрягу. Думаешь, мы сами не справимся? Конечно, справимся, но так мы покончим с ними раз и навсегда. Ну что,
Пойдем. Куда? В катакомбы, коллега, в катакомбы. Я, пожалуй, тут тебя подожду. Это приказ. Вот черт. Ты слышал это? Нет, блин, не слышал. И что теперь делать? Ждать Вано, может это просто выдумка. И этого монстра не существует в реальности. Походу это здесь. Коллега, давай ты первый пойдешь, а? Ха-ха-ха, трус. Да. Коллега, у тебя фонарик есть? Сейчас, включу. Включай скорее! Мне кажется, кто-то сюда бежит! Скорее! Скорее! Они орут! Походу там кто-то очень страшный! Стоять! Стоять! Коллега, уходи отсюда! Слушайте меня! Слушайте меня! Я твой новый хозяин! Слушайте меня! Слушайте меня! Ты принадлежишь мне! Слушайте меня! Коллега, уходи! Уходи отсюда! Слушайте меня! Слушайся! Коллега, да уходи ты! Она же тебя сожрет! Я твой хозяин, я! Слушайся меня, ты принадлежишь мне! Главное, не показывать ему свой страх! Хозяин... Наконец-то признал, что я хозяин! Ошалеть! Этого не может быть! Какие будут указания, хозяин? Я тебя освобождаю из катакомб! А ты взамен выполняешь мое задание. Я согласен. Коллега, ты гений! А ты в этом сомневался? Идем. Сначала снимите с меня цепь. Да легко. Да кто же там? Безголовый! С головой! Просто она у него в руках! Кошечки, кошечки! Свобода! Ну ты, конечно, страшный! И это хорошо! Той семейке он должен понравиться! Какой семейке? Которую ты будешь должен ликвидировать, а мы тебе в этом поможем! Ядрит, мудрит! Они хотят натравить на нас этого чудища! Ведь справедливость должна восторжествовать! Они нас отправили в тюрьму, а мы их отправим на тот свет! Я хочу жрать! И чем ты питаешься, а? Свежим мясом! Потерпи немного, перекусишь той семейкой! Я чувствую еду здесь. Только дернись, пристрелю. Коллега, спокойно. Это не вы. Там никого нет. Есть, я чувствую. Позвольте мне пообедать. Ну нафиг. Нет, ты поедешь с нами и там с семейкой пообедаешь. Опа. Нет, я сейчас пообедаю. Валим! Да блин! Я твой хозяин, ты, орк безголовый, потом пообедаешь. Фух, пошли обратно. Мы тут уже тропки натоптали, пока туда-сюда бегали. Коллега, я с ним в машине, боюсь ехать. А ты хорошо бегаешь, а? Ну да. За машиной успеешь? Коллега, последнее время, коллега, ты стал многого бояться. Я могу бежать бегом. Отлично, все, вопрос закрыт. Вот кто побежит бегом. Еду. Я ее чувствую. Ты теряешь мое доверие. Алло, Дамон. Да, Ваня, говори. Они собираются ехать к нам. Черт. И это не самая плохая новость. Ну, говори. С ними безголовый орк. Безголовый орк. Безголовый орк. Дамон.
да ну, ты меня слышишь? Да он просто офигел от таких новостей. Что же делать? Чем мы можем защититься? Да ну он. Надо позвонить в полицию и позвать их на помощь. Алло, здравствуйте. Отдел полиции, я вас слушаю. На нас планируют напасть сумасшедшие клоуны. Пришлите к нам наряд. Какой наряд? Деда Мороза и Снегурочки? Не понял, при чем тут Дед Мороз и Снегурочка? Клоуны — это преступники, они должны в тюрьме сидеть. Они из нее сбежали. Юноша, ты пьяный? Да блин, вы там что, сами пьяные что ли? Ты как с сотрудником полиции разговариваешь? Простите, пожалуйста, ну просто поверьте мне и отправьте наряд сюда. Ну хорошо, я отправляю к вам участкового. Он все проверит, говорите адрес. Спасибо, вы нас спасли. Деревня Пушкина, дом Колотушкина, скорее! Нет времени киснуть. Следующего дня мы можем не увидеть. Пора готовиться. Ладно, хоть полицейского к нам отправили. Рота, подъем! Ванчик, смотри! Черт! Вы где-то прокололи колеса! Ха, это неудивительно. Ты дорогу до сюда видел? Нет, блин, не видел! Ванчик! Он сюда бежит! Кто? Кто? Безголовый! Понять, орк! Я их чувствую и хочу есть! Да кого он там чувствует? Понять не сказал! Но там еда! Какая еда? Ты забыл, кто твой хозяин, а? Вы мой хозяин. А разве была команда туда бежать? Отвечай! Не было, но там свежее мясо, а я очень хочу мясо. Коллега, иди проверь, что там, а я пока колеса накачаю. Ладно, на чай безголовый, кушать хочется. Ну пойдем посмотрим, кто там тебе мерещится. Я чувствую их запах. Да нет тут никого, орк! Ты чё нам голову морочишь, а? Они здесь. Ну чё там, коллега, а? Да пусто, никого здесь нет! Они здесь. Я чувствую их запах человечины. Всё, поехали! Пошли домой, орк безголовый! Или тупоголовый! Они где-то рядом, я чувствую их сердце. Коллега, едем. Так он не едет, что я могу сделать? Вы где-то здесь, я знаю, я вас чувствую. Безголовый орк! Кто твой хозяин? Совсем близко. Я иду, хозяин. Наконец-то! Беги за нами! Слушаюсь, хозяин буду. Я чуть со страха штаны не испачкал. Ой, коллега, как он мне не нравится. Соберись, коллега, нас ждет сладкая месть. Что делать? За машиной нам не угнаться. Я знаю короткий путь через реку. Реку? Да там мостик есть, не ссы в трусы. Тогда в штаны. Валим. Как следует, навалим. Саша, открой. Сейчас. Здравствуйте! Чем обязан? Фу, гражданин, перегаром несет. Ну, простите, это семейная жизнь. Ну, а где клоуны, которые пытаются вас убить? Да, они не приехали еще.
не приехали? Да, ну вот, с минуты на минуту вы должны. А, как интересно получается. То есть вы знаете, когда вас приедут убивать клоуны, верно? Верно. Может, они к вам на вечеринку собираются приехать? Не, вечеринка у нас же вчера была. С Валерой. По вам заметно. Вы подождите, пожалуйста. Вот клоуны с минуты на минуту будут. Ну хорошо. Жду 10 минут. Валерчик, помоги! У мамки своей помощи проси! Клоуны оживили безголового орка и натравили его на нас! Поздравляю! Вам хана, я его сам пару раз кормил! Спасибо, утешил, тебе что, нас вообще не жалко? А меня кто пожалеет, а? Если у тебя когда-то будут проблемы, мы тебе всегда поможем! Да твоя мамка мне даже чай не налила! И вообще, что-то выходит так, что я вам всегда помогаю, а не вы мне! Ну понятно, сегодняшний день ты запомнишь на всю жизнь, потому что лишишься своих соседей. Так что, пока! Пока! И дорогу сюда забудь! Совсем уже пропил всю честь! Ладно, придется действовать одному! 10 минут уже прошло, а никого нет. Думаешь, у нас работы другой нет, а? Ну, давайте еще подождем, а, хотя бы 5 минут. До свидания, вроде взрослый мужик, а ерундой занимаешься. Тьфу! Да. Эй, гражданин полицейский! Отстаньте от меня, делом займитесь лучше. Вот тебе и подмога. Ой, да ты знаешь вообще, кто я? Ну и кто ты? Я Машка Джеки Чана, могу одной вилкой тебя убить. Да ладно. Папа, подойди на секунду. Че? Встань вот туда, пожалуйста, и подержи яблоко. Ты что, дурака нашел или у меня глаз лишний, а? Да я меткий, как Робин Гуд. Ты смотри у меня, промажешь, убью. Да все нормально будет. Ты чё, совсем охренел? Чуть меня не продырявил, а? Я же говорил, что я Робин Гуд. Совсем уже? А ну иди сюда! Сейчас я твоего Робина прямо в Гуд запихаю! Да-да-да, бойся не ложки, бойся вилки. Один удар, 4 дырки. Спасибо, мам. Ой, прости, сынок. А ну иди сюда, Робин Гуд, хренов! Что с ним? Саша, ну не знаю, бежал, пум, упал, ну и сдох. Я вообще не знаю чего, почему. Странно, однако. То, чего мы долго ждали, пришло. Время сладкой мести. А вот и гости. Сейчас промоем мы их кости. Почему я не могу позвонить в полицию? Скорее всего, у них есть глушилки. У клоунов глушилки? Да нас скорее полиция в черный список добавила, чтобы мы им не натренькивали. Мне кажется, мы не успеваем. Тебе кажется? Это еще что за чудо? Где? Безголовый! Мне что, одному с ними воевать? Твою мать! Коллега, ты помнишь наш план? Какой нафиг план? Правильно, никакого плана. Валим всех и сваливаем. Коллега, что смешного, а? Ну, валим и сваливаем. Вот так, без головы, из заднего входа, вперед. Слушаюсь. А мы зайдем с заднего, чё нам стесняться? Закрыто! А ты чего ожидал? Отходи! Открыто! Три, два, один! Вот черт! Они подготовились!
кончать петь уже, безголовая мерещится. Лишь бы успеть, лишь бы успеть. Не получается, только лишь вспотеть. Ну что вы, где вы, а? Один готов. И второй готов. И третья готова. Ладно, сделаю контрольные выстрелы. Вдруг они представляются. Че за хуйня? Я чуть не оглох! Лучше бы ты сдох! Врёшь, не уйдёшь! Сейчас смерть ты найдёшь! Саша, нет! А я, Вилка, совсем дурак! Минус одна! Сейчас будет еще минус один. Ну так как-то скучно. Мне не нравится. Ведь даже еще орк без головы не пришел. И шумиху тот не навел. Смотри, без головы идет. А что ты тогда орешь? Он же нас спалит. И пускай заметит. Может хоть так отвлекаем его и родакам поможем. У тебя есть план? Есть. Ты в зайчика играл? Играл. Эй, безголовый, а вот и мы, твоя любимая еда, мы здесь. Бе-бе-бе, знаешь, как мы сладенькие, пальчики оближешь. А еще мы жирненькие. О, и местами даже очень. На, еда. И местами мы очень соленые. И невкусные, но эти же места можно и не есть. Хозяин не давал такую команду, они жирненькие, хозяин же здесь. Андрюха, а вот теперь что делать, я не знаю. Ты, я думал, у тебя есть план. План был, как его на себя выманить, а дальше плана нет. Капец ты, лохопед. Да вас сожру. Смотри, черный пакет. Вижу, нас как раз такие скоро положат. Еда. Я придумал план капкан. Говори, что делать, Ванчик, бегом. Жрачка. Нужно выбить из рук его голову. Чего? Того, Андрюха, отвлеки его. Не скоро. Отвлеки, как? Вот вы и попались. Ну давай, иди сюда. Попью кровушки. А ну, лови. Сработало. Хорошая кровь. Темно, как катакомба кровь. Разукрашенная! Вот так уже интересней. Мне нравится. Миллиметраж. А жаль, чуть-чуть не хватило. Черт, патроны! Вот она, сладкая месть. Мое последнее слово. Горите в аду, козлы разукрашенные. Месть. Страшная сила и по-настоящему сладкая. Минус один. Моя башка! Запустите меня сюда, я ничего не вижу. Запустите меня! Да, ты его спалишь! Все равно проси! Раньше так сделать. Олега, ты где? Да тут я тут. Да я, походу, опоздал. Еще нет. Мелких оставлю тебе на отмщение. Ну, спасибо. А нигде. Ищи. А я
Найду! Найдем! Найду! Да пошел! Вон, гаси его! Я не могу, браво, браво! Спасибо, спасибо! Вы большие молодцы, маленькие сорванцы! А вы преступники, бандиты! И тупые троглодиты! Пора с вами кончать! Мама, приходи спрятаться! Мама, папа, да ну он! Нет, нет, нет! Дядя Саня! Мы опоздали! Простите нас! А что это, сынок? Ну, оружия у нас нет, зато есть броня. Бегом одевайте. Не смотрите. Да нафиг она мне нужна? Я и без нее. Кипа! Папа, одевай, лишним и будет. Она легкая, даже не почувствуешь. Ладно! Блон? Моя грудь. Ой, как больно. Я прошу. Ой, живые! А где папа? Мои ребра! Живой! С возвращением, клоуняры! Серега, успокойся! Заткнись! Мы опять проиграли! Теперь мы здесь до конца своих дней! Убьем!